Известная украинская певица, тренер шоу «Голос страны», экс-телеведущая проекта «Танцы со звездами» Тина Кароль обожает радовать фанатов новыми снимками в Инстаграм. С недавнего времени звезда покоряет не только Инстаграм, но и социальную сеть Patreon, где делится с аудиторией закулисьем личной жизни и различных съемок, а также TikTok, где у Тины более 260 тысяч фолловеров. Так, артистка выставила в TikTok необычное видео перевоплощения, которые в последнее время очень полюбились певице. Звезда позировала на фоне мурала под собственный хит «Хороший парень» из свежего альбома «Красиво». В начале ролика исполнительница примерила белоснежный брючный костюм в полоску, состоящий из жилета, широких штанов и блейзера. После Кароль облачилась в пышное белоснежное платье и дополнила образ нежным медовым макияжем, улыбаясь на камеру. Во сколько смотришь это видео? Стоит отметить, что Тине уже долгое время приписывают роман с молдавским исполнителем Даном Баланом. Якобы отношения пары завязались еще на съемках шоу «Голос Крани», однако сама артистка предпочитает не комментировать личную жизнь. Некоторым поклонникам белоснежный наряд кумира напомнил свадебное платье.